Ассаламу алейкум, наадрин. Мира. Здравствуйте, уважаемая администрация НИВСИ. Меня зовут Раджи Ахлат Ахмад, я из Котля Азад, Кашмир, Пакистан. Мой сын учится в научно-исследовательском медико-социальном институте в Кыргызстане, в городе Джалалабад. Во время коронавирусной эпидемии, бушующей повсеместно, студенты всего мира страдают из-за закрытия учебных заведений. Такое трудное и тяжелое время НИВСИ предоставила нашим детям возможность продолжить их образование через дистанционные занятия посредством приложения Zoom. Таким образом, наши дети продолжают получать полноценное образование, следуя составленному расписанию. Отдельно я хочу отметить, что находясь все время в общежитиях, наши дети получают полноценное трехразовое питание и внимание со стороны докторов и администрации НИМСИ и ВСАИС. Мы искренне благодарны администрации НИВСИ и ВСАИС, работникам и всему персоналу за их работу, внимание и участие к нашим детям. Я с уверенностью и благодарностью рекомендую НИВСИ другим родителям как самый лучший выбор высшего учебного заведения для их детей.